В актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации в Республике Татарстан. Казанский федеральный университет осуществляет профессиональную переподготовку ведущих управленцев и специалистов крупнейших предприятий Татарстана при поддержке Министерства экономики Республики уже на протяжении 26 лет. За время реализации проекта обучение прошли свыше 2600 слушателей. Программа переподготовки управленческих кадров. Когда приходят новые специалисты, обладая навыками управленцев, они либо же управленцы в финансовом аспекте, либо же управленцы человеческих ресурсов. И здесь идет переподготовка. То есть любой финансист может стать хорошим менеджером. То есть кому не хватает определенных навыков для управления, он здесь приобретает эти навыки. Торжественная церемония вручения дипломов прошла при участии заместителя министра экономики Республики Татарстан Сарии Сиразиевой. В приветственной речи она отметила, что Татарстан стал одним из первых регионов, которые приняли участие в президентской программе. Она также добавила, что в числе выпускников программы 2023-2024 года генеральный директор КР-холдинг Ильдар Сахабиев, генеральный директор Луара Европы Диана Файзулина, директор Ремдизель Рустам Хабибулин и другие. Обучение проходило в заочном формате. То есть мы двухнедельным, скажем так, курсом по каждый раз, там, раз в полтора месяца погружались в как раз-таки в процессы обучения и повышения квалификации именно управленческих, получается, навыков. Обучение очень живое, очень подвижное в плане того, что учителя настроены на то, чтобы слышать аудиторию, менять под запросы аудитории свое повествование, так скажем. Было много нового интересного, потому что у меня техническое и второе тоже техническое образование. Вот. И не хватало немножко навыков, не хватало каких-то знаний. Вот. Практически весь материал был новый, потому что что-то проходилось в университете, но совсем не в таких объемах. Вот. В общем, было достаточно полезно и информативно. У меня произошли расширение пространства для мышления, перезагрузка когнитивных способностей. Президентская программа, она оставила приятные и положительные эмоции в памяти. Огромное спасибо профессиональному составу преподавателей и организаторам. Мы обменялись энергией, получили новые знакомства, обменялись опытом. И вот на этой позитивной энергии мы готовы дальше идти и продолжать делиться теми знаниями, которые мы получили. С наилучшими пожеланиями и благодарностями за совместную работу к обучающимся обратились их педагоги и наставники. Всего 43 выпускника очной и заочной формы обучения президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства получили дипломы и стали частью истории Казанского университета. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости.